No, taki stan wieczorem. Ну, теперь выходим на площадь Украины. Кстати, надо забрать где-то комары. Вот, установил его сегодня на лаптопе. Необычимый. Листоносы, почтальону австриятских. Варза важна эта служба. Давай, кто выйдет. Может ли помочь бегство из паутины цивилизации, липкой и навязчивой, в глухие места парков и природы в городе? Сложно, однако, неудобно, но при одном условии и может быть и полезным, если ты, человечий, правильно образован, и над тобой не давлеют догмы этой самой цивилизационной
веры. Если их отринуть в сердце своем и раскрыть цветок души, даже в паутине мрачной забрежет свет освобождения. Друзья, стремимся к нему, иного нам не дано. Каковы, друзья, сказки, как от пятибрата, так и от народа. Как говорится, в каждой сказке есть намек, и вам выбирать. И вы сами должны выбрать то, что лежит на поверхности, что мы все знаем и чего не хотим знать по той или иной причине. Убегаем от истины и правды, потому что у нас сидит иноземная. Иноземная не в смысле национальности, а в смысле космическом, неземная сущность, которая либо нас порабощает, либо нас раскрепощает, если мы не подвержены никаким догмам и устоям паразитов. Заповеди Венеда. Первое. Не смотри другому в глаза. Это не твой мир. Но слушай внимательно.
Если почувствуешь, что это родная душа, погрузись в нее без остатка. Это обогатит тебя и усилит. Душа выйдет за покровы твоей вселенной. Так ты покоряешь миры. Однако чужое да не проникнет в тебя. Будь внимателен и предусмотрителен. В ритмах твоей вселенной не должно быть сбоев. Твой внутренний слух да будет обострен до крайности. И тогда ты услышишь не только звуки этого мира, пение вселенной и звук твоего первоначального рождения в глубине вселенной. Ты услышишь голос своего праотца, бога миров и космических вселенных. Это цель, и тогда ты станешь им. Ты сам будешь богом, вернув себя в бога вселенных. А пока, набираясь опытов, ходи по мирам, слушай и постигай. И главное, выполняй строго эту заповедь. Она непроста, но очень, очень важна. Нет, это все мысли. Это место, где есть тиша и покой. И кто его заключит, им быть украны. И свыше. Так же мало все не покажет. Такое вот место. Место тиши и покоя. Я тому верю. Я верю отчим гадам. И гадам не так, а бы гадой. Я верю. Я попросту Клаштор татарская, под Одессе, самоход выехал, иду, а он выехал, татарская, клаштор, под Одессе, просто. И стопот. Тише. Покой. Шемось. Татарска. Кляштар. Пада десь. Пада. Ну, справи часто. Мокро. Тише и покой.